В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались главе муниципалитета в проделанной работе. Подробности далее. За прошедшую неделю в межмуниципальное управление МВД России Люберецкое поступило 2300 обращений. Возбуждено 23 уголовных дела, 15 преступлений раскрыто по горячим следам. На совещании обсудили дальнейшие действия по реконструкции Наташинского парка. Из-за остановки стройки были приняты меры безопасности по ограждению травмоопасных зон. Завершить первоочередные меры планируют к концу ноября. Оплата подрядчику за частично выполненные работы при расторжении контракта в одностороннем порядке хочу подчеркнуть, не предусмотрено и не проводилось. После расторжения контракта Федеральной антимонопольной службой было вынесено решение включить данную подрядную организацию ООО «МСК Групп» в перечень в реестр недобросовестных поставщиков. Отремонтированы 11 автомобильных дорог в Малаховке. В поселке Красково положили новый асфальт на дорогу и тротуар по улице Лорха. В поселке Красково была отремонтирована автомобильная дорога по улице Лорха вместе с тротуаром. Протяженность составила 1 километр 570 метров и тротуар 580 метров. Работы по ремонту дорог в городском округе Люберцы проводятся с учетом мнений жителей и принимают активное участие в голосовании на портале «Добродел». Участники совещания ознакомились с экологическими проблемами в поселках. Были зафиксированы навалы строительных и бытовых отходов в частном секторе. При участии силовых структур и администрации нарушителям выписаны штрафы и постановления о приостановлении промышленной деятельности. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.